Я тут все время экспериментирую, что и как, и не могу понять, что лучше. С одной стороны, очень сложно писать два типа видео, то есть на разных языках, то есть один вариант на английском и второй на русском. Но все-таки те, которые любят нас больше всех, это русскоговорящие, и это все наши друзья. И теперь я просто пытаюсь каким-то образом прыгнуть на все... Одна нога у меня в одной лодке, другая в другой лодке. И поэтому вопрос, согласны ли вы смотреть видео с субтитрами? Вы не думаете, я согласен на все, и особенно ради вас. Просто напишите мне комментарии, удобно ли вам читать субтитры. Если нет, я буду делать два видео. В первую очередь я хочу поблагодарить всех за то, что вы вчера натворили. Вы нас сделали очень занятыми людьми. У нас по вечерам очень ветрено. Ой, ё-моё. В первую очередь 90 комментариев, пожелания, держитесь, не сдавайтесь, станете еще круче, будете сильнее. Это очень так поднимает настроение, и спасибо вам большое. Мы очень благодарны за то, что вы у нас есть. С такими, как вы, можно что угодно сделать. Мы очень долгое время пытались собрать подписчиков, но у нас никак не получалось. Целый месяц выкладывали регулярно видео, но всего 45 подписчиков за месяц, а тут за один вечер 150. И я сейчас смотрю статистику, оно все растет, растет, растет. Ребята, вы просто монстры, и спасибо вам большое. Потом я проснулся сегодня утром и думаю, что дальше. Хорошо, мы сейчас собрали каких-то подписчиков. Ну, у нас есть план, что мы будем делать дальше. Но карантин – это такое время, когда надо вырабатывать какие-то новые привычки. И я хочу выработать какую-то новую привычку для себя, для которой, может быть, у меня никогда не было времени. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, я буду делать одно видео в день. Во-первых, у вас будет свежий материал, что смотреть за завтраком, за обедом или за ужином, или не знаю. Только не смотрите, пожалуйста, за рулем. Поэтому, так как видео будет очень много, если каждый день по одному, то очень много тем надо. У нас есть уже какие-то идеи, мы будем записывать видео по обучению, по курсам, может быть, какие-то советы по дыханию. Будем путешествовать по острову, будем показывать вам новые места, чтобы у вас уже было какое-то впечатление о том, куда вы едете. И когда вы приедете, у вас уже будет конкретный план. Мы здесь живем, и, может быть, очень многие вещи не замечаем. Если вы нам напомните о том, что вы хотите видеть, нам будет проще найти все эти материалы и вам показать. Ребята, еще раз, мы очень благодарны за то, что вы делаете для нас. Пока мы будем ждать встречи с вами здесь на Бали, мы будем вас развлекать своими видео. Все только начинается. Мы в начале пути, который мы выбрали, новый путь, который мы выбрали. И с вашей помощью он у нас обязательно получится. Поэтому держимся. Вы там, мы тут, и все будет хорошо. Мы вас очень любим, обнимаем. И до новых встреч в новом видео. Пока! Thank you.